Добрый день всем, кто к нам присоединился. Вы смотрите новости. С вами Динара Саду и Виктория Антонишна. Не задерживать своих работников допоздна в период аномальных морозов. Такое поручение руководителям госорганов и организаций Казахстана сегодня дал глава правительства. Открывая заседание, премьер-министр отметил, что в ряде регионов сильно похолодало. По прогнозам, мороз продержится еще несколько суток. Уже сейчас в 6 областях температура воздуха варьируется от минус 30 до минус 40 градусов. Холода придут и на юг республики, поэтому акимам необходимо принять дополнительные меры по соблюдению температурных графиков работы тепловых сетей, особенно в малых городах и на небольших котельных, подчеркнул премьер. Особое внимание он поручил уделить социальным объектам. Все акиматы должны разработать графики дежурств своих сотрудников. Линия единой дежурной диспетчерской службы 112 должна работать бесперебойно с учетом возросшей нагрузки. МВД обеспечит действенный контроль на автодорогах. При необходимости принимать своевременные решения по ограничению выезда всех видов транспорта из населенных пунктов и вести активную разъяснительную работу. Весь этот самый холодный период должен пройти для всех служб четко и слаженно. Отдельно обращаюсь к руководителям государственных органов и организаций, частных компаний, не задерживать своих работников допоздна на рабочих местах. По возможности организовать централизованный развоз сотрудников. 59 человек за минувшие сутки были эвакуированы силами трассовых медико-спасательных пунктов. От переохлаждения и обморожения людей спасли в Актюбинской и Павлодарской областях. Их осмотрели медики. Всего же за сутки в стране из снежных заносов эвакуировали 338 человек, в том числе 15 детей. По информации комитета ПЧС, чаще других регионов в сводках спасателей мелькала Акмолинская область, на трассах которой застряли неисправные пассажирские автобусы. В некоторых из них находились граждане России, Узбекистана и Таджикистана. Еще один автобус поломался на участке дороги Самара-Шымкента в Актюбинской области. В его салоне находились 53 иностранца. 4 человека эвакуированы в Восточно-Казахстанской области на дороге Семей-Курчатов. Еще 5 в Кустанайской. Их временно разместили в школе села Зуевка. А в Карагандинском регионе спасли граждан Таджикистана, которые следовали по маршруту Бишкек-Сургут. Из-за сильных морозов в 8 регионах страны сейчас закрыты дороги. Бьют тревогу сотрудники департамента ПЧС Атырауской области. Сотни квартир в многоэтажных домах в районах региона оборудованы кустарными автономными газовыми котлами. Люди мастерят их из 50-литровых газовых баллонов, устанавливая в них горелку, и проводят газ в старые печи. Но и в тех квартирах, где котлы соответствуют нормативам, не всегда есть дымоходы. С начала года из-за аварийных ситуаций с самодельными газовыми приборами погибли 2 человека, еще 3 получили серьезные отравления. Но газовое оборудование должно соответствовать правилам безопасности. Однако выявляется все больше квартир, где люди используют кустарно изготовленные котлы. Поэтому решено провести подворовую проверку. Эти котлы опасны не только для их хозяев, но и всего дома. Ужесточить требования ко всем международным автобусным перевозкам, наверенные в Министерстве по инвестициям и развитию. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил глава ведомства Жеңіс Қасымбек. После трагедии в Актюбинской области, в результате которой погибли 52 человека, министерство совместно с МВД проводит тотальную проверку всех рейсовых автобусов. Как пояснил министр, требования ужесточатся не только к их состоянию, но и к компаниям-перевозчикам, а также к водителям. Отмечу, автобус, выполнявший рейс Шымкент-Самара, не имел лицензии на нерегулярные пассажирские перевозки, а срок техосмотра истек 2 года назад. Есть проблемы сегодня и вопросы к самой организации, к хозяевам, к водителям. Поэтому расследование все это покажет. Но я считаю, что по итогам Министерства внутренних дел и мы должны внести кардинальные изменения и предложения по законодательству в части ужесточения вот таких нерегулярных перевозок. Проверить все междугородние автобусы после инцидента в Казахстане собираются и в соседнем Кыргызстане. При этом проверяющим дано указание особое внимание уделять не только обеспечению автобусов противопожарными средствами, но и общему техническому состоянию. Подробности в сюжете.
Междугородние, региональные, международные. По таким маршрутам автобусы курсируют ежедневно и еженедельно. Автобусов сотни, водителей тысячи. Несмотря на то, что проверки проводятся регулярно, после трагедии в Казахстане Министерством транспорта Кыргызстана дано указание провести дополнительные инспекции. Никто не говорит о том, что нарушения есть, но чрезвычайное происшествие заставило власти перестраховаться. Инспекторским составом нашего агентства проводятся вот эти профилактические меры по соблюдению перевозчиками мер безопасности, пожарной безопасности и мер по безопасности дорожного движения. Вот сегодня мы с инспекторским составом выехали на Бишкекский автовокзал. Здесь мы проводим вот профилактику с водительским составом, обслуживающих регулярные автобусные маршруты. Целью данного мероприятия является обеспечение безопасности перевозки пассажиров автобусами. Азамат Калмуратов за рулем пассажирского автобуса 14 лет. За все время трудовой деятельности мужчине приходилось сталкиваться с различными нештатными ситуациями при перевозке людей. Но никаких ДТП и ЧП не было, признается водитель. А все потому, что он всегда строго следовал нормам техники безопасности, рассказывает Азамат. Помимо соблюдения основных требований, у него, как у водителя экспресса с многолетним стажем, есть еще и свои правила, когда речь заходит о безопасности граждан. Автобус – это сложный транспорт. Мы как-никак перевозим пассажиров. И мы должны, знаете, в первую очередь спать по 8 часов хотя бы. По 8 часов перед выездом в рейс. Во-вторых, техника безопасности должна обязательно соблюдаться. Это техника безопасности, это что? Это, во-первых, в первую очередь, это огнетушители должны быть в салоне в автобуса. И не одна, а пара штук. Во-вторых, аптечка должна существовать в автобусе. И тоже пару штук. За несоответствие нормам техники безопасности в 2017 году с линий были сняты более 300 автобусов, передвигавшихся по междугородним и международным маршрутам. Такие данные приводит агентство автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля. Чтобы усилить ответственность транспортных компаний, в 2018 году введены денежные штрафы за нарушение норм технической безопасности пассажирского транспорта. При этом стоит отметить, что сумма штрафа за несоблюдение норм технической безопасности на автотранспорте составляет всего 1000 сомов. Это 5000 тенге. Такие либеральные условия для ведения бизнеса – одно из требований поддержки предпринимателей. Ведь автобусы в большинстве своем – это частная собственность. Таким образом, за безопасность автотранспорта ответственность несет прежде всего его владелец. Бакыч Ромашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. На юге Колумбии оползень опрокинул автобус с пассажирами в пропасть глубиной 66 метров. В результате ЧП погибли по меньшей мере 13 человек, а выживших не сообщается. Соболезнования родным и близким погибших выразил глава агентства дорожной безопасности Колумбии Алехандро Майя. В настоящее время на месте трагедии развернута поисково-спасательная операция. Оползень сошел там, где его не ожидали. Этот участок проверяли, он был безопасен. Сейчас в районе ЧП проходит поисково-спасательная операция. Автобус завален камнями и грязью. К этому времени нам удалось извлечь из-под обломков 8 тел погибших. В Бельгии снизили риск террористической угрозы с 3-го до 2-го уровня. Это значит, что до этого теракты в королевстве были возможными и вероятными, а теперь риск снижен до маловероятного. Напомню, 22 марта 2016 года, в день атак в аэропорту и метро Брюсселя, в королевстве был введен наивысший, 4-й уровень. Спустя два дня, 24 марта, он был заменен на 3-й. Все общественные места и улицы Брюсселя, вокзалы и метро патрулировали сводные группы военных и стражи порядка. Всего было задействовано около 1250 военнослужащих. Несмотря на уменьшение рисков, солдаты продолжат патрулировать улицы, но в меньшем количестве. Ожидается, что это решение позволит сэкономить бюджет и снизить нагрузку на военных. Это, без сомнения, хорошая новость, но она не должна освобождать нас от должной бдительности. Это не означает, что при переходе от 3-го уровня до 2-го все решилось. Это означает, что есть общее снижение уровня угрозы, но оно подразумевает, что мы должны бережно хранить озабоченность в культуре безопасности, которой мы достигли в течение последних нескольких лет после драматических атак как во всей Европе, так и в Бельгии.
ВВС США нанесли удары по позициям «Талибан» на юге Афганистана. В результате воздушной операции уничтожены по меньшей мере 63 террориста. Об этом сообщает афганская полиция. Авиаудары проводились ночью в ходе военных действий. Также были уничтожены оружие и боеприпасы боевиков. Отмечу, ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикалы, ранее владевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Усиливается и влияние ТИГИЛ. Безъядерный путь развития Казахстана – образец для других стран. Ваша страна внесла весомый вклад в сохранение мировой безопасности. Это мнение китайского эксперта Ли Цзиго по поводу выступления Нурсултана Назарбаева на заседании Совета Безопасности ООН на тему нераспространения ядерного оружия. Эксперт Пекинского института исследований международных проблем давно исследует путь развития Казахстана и его роли в мировой политике. Я сейчас читаю книгу о президенте Назарбаеве. Там есть отрывок о том, как прекращалась деятельность Семипалатинского ядерного полигона и сколько для этого было положено усилий. Казахстанский лидер понимает, какой вред это приносит людям. Сегодня Казахстан – одна из влиятельных стран мировой арены, придерживающаяся своих твердых принципов в деле сохранения мировой безопасности. Еврогруппа согласовала новый четвертый транш кредита для Греции. Его сумма составит 6 миллиардов 700 миллионов евро. Отмечается, что первая выплата в размере 5 миллиардов 700 миллионов будет предоставлена в феврале на нужды по обслуживанию долга. Следующая выплата по текущей задолженности может быть подтверждена Еврогруппой уже весной. Цель программы – восстановить экономику страны и доверие к ней со стороны инвесторов. Это уже третья за последние 8 лет программа. Предыдущие две не смогли полностью достичь аналогичной цели, и их пришлось так или иначе дополнять. Чтобы получать финансовую помощь, в Афинах были приняты меры жесткой экономии. Я уверен, что греческие власти сделают все возможное, чтобы завершить принятие оставшихся мер экономии как можно скорее. В любом случае, это должно произойти до предстоящей встречи Еврогруппы 19 февраля. Президент США Дональд Трамп подписал четвертый за год проект резолюции о временном финансировании федерального правительства. Оно продлится до 8 февраля. Напомню, федеральное правительство не работает уже на протяжении 4 дней. Впервые с 2013 года оно было вынуждено прекратить работу из-за отсутствия средств. Ранее документ был принят Сенатом и Палатой представителей Соединенных Штатов. Сенаторы должны сосредоточиться на общем благе американского народа, а не на извращенных приоритетах, искаженном приличии крайних голосов, независимо от того, как громко они кричат. Этап прекращения работы правительства пройден, но, возможно, возобновятся серьезные двухпартийные переговоры. Рост экономики Китая превзошел ожидания экспертов. В 2017 году ВВП страны вырос на 6,9%, что оказалось выше прогноза правительства в 6,5%. Экономика Поднебесной продемонстрировала самый высокий рост за последние 6 лет. Об этом заявил глава статистического управления КНР Нин Цзиньчжэ. Показатель ВВП впервые превысил 80 триллионов юаней, то есть приблизительно около 13 триллионов долларов США. На международных рынках наблюдается оживление. Рост рынка Северной Америки приблизился к 3%. Это приятная новость, которую мы долго ждали. Китай в прошлом году показал хорошие показатели по экспорту и импорту. По-моему, идет постепенное восстановление мировой экономики. Предыдущий 2016 год выдался для китайской экономики нелегким. Из-за нестабильности внутреннего рынка, трудностей в финансовой сфере и по ряду других причин экономический рост страны снизился до самого низкого показателя за 26 лет. А в прошлом году возросла эффективность управления экономикой. Были внесены изменения в налоговый кодекс. По мнению экспертов, на рост экономики также повлиял запуск проекта «Один пояс, один путь». В результате оживилась внутренняя торговля между южными и северо-западными регионами. Это можно увидеть по высоким показателям потребления продовольствия, электроники и бытовых товаров. Также начали давать положительный эффект инвестиций в инфраструктуру и энергетику страны. И новости казахстанской фондовой биржи. По итогам утренних торгов курс национальной валюты к доллару составил 323 тенге 42 тиена. Да.
Продолжаем выпуск. Привести в порядок водохозяйственную систему, обессолить поля, значит, и повысить урожайность хлопчатника собираются в этом году в Мактаральском районе Южно-Казахстанской области. Традиционно здесь собирают 3/4 производимого в регионе хлопка. Но в прошлом году урожайность заметно снизилась. Новый проект позволит исправить ситуацию. В Мактаральском районе начался сезон промывки полей. Земли, где весной посеют хлопчатник, заливают водой, а потом дают время, чтобы она ушла. Это позволит обессолить почву и сделать ее более плодородной. Затем предстоит снизить уровень подземных вод. Без этого посевная начнется с опозданием. Чтобы хлопок хорошо вызрел, нужно 128-130 дней. А если с опозданием, то он не успеет созреть, и урожайность снижается на 10-15 центнеров. Поэтому нам нужны хорошие дренажи. Для снижения уровня подземных вод еще во времена Казахской ССР построили 731 дренажную скважину. Из них больше половины уже не работает. Заросли камышом и обмельчали избросные каналы. Из 1352 километров в прошлом году очистили 400, а в этом году власти решили реализовать специальный проект, который позволит улучшить всю ирригационную систему. Сегодня мы приступаем к реализации второго этапа проекта усовершенствования ирригационно-дренажной системы. Он охватит территорию, превышающую 39 тысяч гектаров. По мнению специалистов, после реализации проекта на хлопковых полях уменьшится уровень подземных вод, снизится засоленность земли и отчасти решится вопрос нехватки поливной воды в летний период. В прошлом году мы протянули трубы к каналам от 177 дренажных скважин и использовали подземные воды для полива полей летом, когда у нас наступает сезон маловодья. Чтобы поливную воду использовать рационально и снизить ее потери, каналы бетонируют. Специалисты лаборатории на месте проверяют качество используемых стройматериалов. Еще в районе планируют вернуть на баланс государства 78 сбросных и дренажных каналов, которые находятся в частной собственности. Наталья Цонурмахамусатов и Нурмахамбек Муратов, Южно-Казахстанская область, Хабар 24. Сотрудники дорожно-патрульной полиции Акмолинской области стопроцентно обеспечены нагрудными видеорегистраторами. На сегодняшний день к имеющимся 300 добавили еще 310 приборов. Такой портативный видеорегистратор пишет информацию независимо от погодных условий в круглосуточном режиме. Цифровые девайсы с объемом встроенной памяти 8 гигабайт способны работать без заряда от 8 до 12 часов, что составляет время одной смены. Кстати, запись на видеорегистраторе рядовой сотрудник уничтожить не сможет, поскольку там используется специальный код доступа. В конце рабочего дня все записи загружаются в единый сервер для дальнейшего хранения, и при необходимости видео можно будет просматривать. Запись по административным правонарушениям хранится в течение 3 лет, если же нарушение имеет признаки уголовного преступления, в течение 5 лет. На сегодняшний день видеорегистраторами строевые подразделения дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы ДВД обеспечены 100%. Дополнительно на автопатрули установлено 50 современных видеорегистраторов, которые находятся в рабочем режиме. Видеозаписи с данных видеорегистраторов используются в качестве доказательной базы при направлении материала в суд, а также при возникновении спорных вопросов с правонарушителями. В Кызыларде учебные заведения проверят на готовность к ликвидации последствий ЧС. В этот раз по сценарию чрезвычайное происшествие на предприятии СЖС зафиксирован выброс хлора в атмосферу. В зоне химического и радиационного поражения оказался жилой сектор и средняя школа номер 176. Мобилизованные все экстренные службы об утечке ядовитого газа информировано учебное заведение. На объекте началась эвакуация людей. Спасательная операция заняла 15 минут. Школьников вывезли в безопасное место. Поставленная задача выполнена. Учения показали готовность персонала к действиям, но вместе с тем выявлены и недостатки. В числе главных, говорят организаторы, нехватка первичных средств защиты. Такого рода учения позволяют нам оценить готовность учебных заведений к возможным чрезвычайным ситуациям. Проверена исправность автоматических систем, наличие и пригодность первичных средств пожаротушения. Учения и проверки пройдут во всех школах согласно утвержденному акиматом графику.
В Атырау решили поддержать казахстанских спортсменов, которые будут выступать на 23-х зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Для этого здесь организовали фестиваль зимних видов спорта. Местом для проведения выбрали ледовый покров реки Урал в центре города, где обустроили хоккейную площадку и выделили место для катания на коньках и лыжах. Для участников организовали игры и соревнования. Проявить себя мог каждый желающий. Такой возможностью воспользовались более 1500 горожан. Это была последняя информация выпуска. Хорошего вам дня и до встречи.